На угольном тупике ТО «Норд-Уголь» реализуется продажа нескольких сортов угля – экибастузский, каражаринский, шубаркольский и майкубинский. Ажиотажа здесь нет практически никогда, но спрос есть постоянно, делятся представители компании. Пик продаж приходится на октябрь. На территорию ТО уголь поступает ежедневно, закупают его в Павлодаре и Караганде. В день продают до 350 тонн. Наиболее высокий спрос наблюдается на уголь с месторождения Шубарколь. Реализация угля идет у нас как бы подекадно, уголь поступает. По стоимости шубаркульский уголь сортовой у нас 19,5 тысяч, вот, потребительский 18,500, каражаринский сортовой 19,500 и 18,500 потребительский. Вот, майкубинский уголь 15 тысяч, богатырский уголь 14 тысяч тонна. Ну, люди берут. Организации бюджетные есть и... Так приезжают, берут за наличные деньги, то есть получается здравоохранение, учреждение образования. На территории угольного тупика компании «Проминвестуголь» поставляют только каражаринский уголь. Добывают черное топливо в Семипалатинске. Стоимость за тонну составляет 19 тысяч тенге. Поставки производятся практически каждый день и привозят около 1000 тонн. Всего в Североказахстанской области имеется 36 пунктов реализации угля. 4 из них находятся в Петропавловске. Валерия Сивашин, Нияз Иманов, МТРК.